будний день в коридорах краевого диагностического центра многолюдно. Особенно у кабинета по сбору крови. Пожертвовать ею решили порядка 100 работников учреждения. Это и сотрудники административного штаба, и врачи, и медсестры, и персонал хозблока. Изъявили желание по доброй воле. Руководство идею поддержало. За последние 2 года в нашей стране повысилась потребность в донорской крови, поэтому по инициативе наших сотрудников и с поддержки администрации диагностического центра была организована данная акция. Перед тем, как сдать кровь, сотрудников обследовали, брали кровь из пальца, измеряли давление и оценивали необходимые показатели состояния. Если все в порядке, донора допускали к участию в благотворительной акции. Каждый сдал по 450 миллилитров крови. Всего процедура занимала 15 минут. Меня на это, можно сказать, наверное, вдохновил даже мой знакомый, который регулярно сдает кровь. Здесь, скажем так, предоставилась возможность сдать это в стенах своего родного учреждения, в котором работаю. Мне, в принципе, не жалко своей крови, тем более, если она кому-то может помочь. Всего было собрано порядка 45 литров крови, которую отправят в краевой банк крови. Там она пройдет специальную многоэтапную обработку, а после кровь распределять среди нуждающихся. Таковых сегодня предостаточно. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.